следующих сериях «Сильные мира сего», «Спор», «Судьба», «Соперничество» и «Смертных на грани катастрофы» боги не оставят им выбора. Валер, не нагнетай. Ну, посмотрим, что там в мире людей. Я же помню, что... Какой хороший день. Слишком хороший. Это подозрительно. Очень. Да ладно, расслабься. Должен же у нас быть хоть один спокойный выходной. Может, в термы? Мой любимый воин, как хорошо, что я тебя нашел. Спокойный выходной, говоришь? Арес, что тебе надо? Как что? Война. Где? С кем? Мне ко второй. Точно! С римлянами! А вы мне! Не рановато ли? Столетие туда, столетие сюда! Это ж Зена! Нормально! Так, и что мы с ним не поделили? Ну, я не знаю, власть? Какую власть? Мы обычный средний класс! Короче, он угнетает греков, притесняет мирных жителей, грабит караваны. Я? Ну, ты же можешь там три дела одновременно. В общем, Зену это задевает, так как она борец за добро и справедливость. Я? Сражайтесь, и чтобы прям... А я пойду с рингу на это посмотрю, ну, там, ставки сделаю, вот это все. А вы уверены, что вам это надо? Воля богов. Ладно, давай по-быстрому, и мы пойдем. Там термы ждут. Воу-воу-воу, я же император. Я сам этого делать не буду. Дорогая. Мой давний враг. Я отомщу. Да иди, Тулюсю. За что? Мы уже 100 раз выясняли отношения. И это еще не конец. Да, дорогой? Да ладно, кончай ее и пойдем. Сама напросилась. Малого бизнеса, чтобы откаты делать. Есть идея! Кажется, у меня заказчик того. Ну вот и славненько, войны не будет. Зена, пойдем. Там в термы даже финскую баню завезли. И нам еще не завезли, а баню уже. О, женщины! И имя вам коварство! Это не я. Мамой клянусь. Он не умер? Как так-то? Потому что только я волен повелевать смертью. Ну и где эффект? Ну, может, я так и хотел. Что? Как потеряла? Смерть? Вы тут пока разбираетесь, а мы, пожалуй, пойдем. Дорогая, не поможешь? Конечно. Всем до встречи в 6-м сезоне. Ау! 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 Как-то многовато ау для одного дня. Знакомьтесь, смерть. Виделись? Любимая, где свеча? Зена, кажется, мне нужна твоя помощь. Властителю подземного царства нужна помощь. Ой, и без тебя тошно. Люди больше не будут умирать. Никогда, никак. Это проблема? Да. Все раненые будут мучиться, болезни будут истязать людей, старость будет... Ясно. Понятно. Как это исправить? У смерти украли инструмент ее работы. Свечу с подсвечником. Вор – человек. Серьезно? Симпатичный, обворожительный, с такими глазами. Обворожительный? Кажется, я знаю, как тебе помочь. Спасибо. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Зэ,
какая встреча, Габи. Рад был увидеть. Ну, не буду вас отвлекать вот от этого борьбы за добро. Стоять. До меня дошли слухи, что обокрали саму смерть. Какая трагедия! Говорят, это сделал симпатичный и обворожительный вор. Очень рад за него. Во всей Греции я знаю только одного вора, способного на такое. Познакомишь? Я уже почти фанат. Ой, а что это у нас? Не думал, что буду объяснять королеве-воинам, что такое сумка. А это тебе подкинули, наверное? Конечно. Какие злые люди. Лишь бы оклеветать порядочного человека. Покатись отсюда, пока я добрая. Конечно, конечно. Достали? Я снова всемогущий, управляющий смертью. Дурак ты и не лечишься. У тебя свечки сперли, так и все, сил нет. Помогите, Зима, спаси. У тебя с войной тоже не задалось, знаешь ли. Закончили? Вот ваша игрушка, нам пора. Подожди, а свеча где? Да вставь любую. Да нет, свеча тоже артефакт. Зена, я не хочу тебя расстраивать, но где твой шакрам? Ах, он гад! Но я же... Не расстраивайся, Зена все добудет. Продолжение следует, хорош. Да серьезно?